Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть BioShock. И сейчас мы только что взяли телекинез. Надо спокойно. Тихо. Спокойно. А я, у меня какие там плазмы-то есть? Телекинез, понятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне все равно надо будет. Относись ко мне, как подобает! Как быстрее вылечиться! Да! Куда ты? Ну, нахрен! Ага, надеюсь, что пришло весело! Спокойно! Оу! Вы еще, падла, на меня нападаете! Ладно. С вами хоть и разобрался. А ведь очень боялся. Так. С него что-то взял. В ботаническом саду, а где купить? Так, надо посмотреть, как вот к этой, к этому пулемету подобраться. Вроде как никак. Так, ладно. Это вообще. О, у меня, кстати, есть же этот. А я что-то про него забыл даже. Томпсона. Спокойно. Да. Тихо. Где я второй? Тихо. Да, вот так. Так я сам могу швыривать. Ну и вот и все. Осталось только ячейку где-то купить эту. Так. Ну давайте посмотрим сначала, что купить предмет. Закрыть. Давайте. Купить предметы. Аптечка, это картечь. Водка, патроны. Нет. А где я могу купить? Это какой сад? Ботанический? А, медицинский павильон. А ботанический сад. Это назад, наверное, надо возвратиться еще. Пулемет разломали.
Кто меня там хочет загасить? Спокойно, спокойно. Похоронное бюро. Блин. Так, эстетические идеалы доктора Шмайдена. Ну ладно. Пойдем. Так, мне теперь надо. Приближаться к маленьким сисычкам приступать. Да. Не приближайтесь к маленьким. А мне куда надо-то? Мне надо как-то в тебя кинуть или что? А, вот так надо. Все понятно. О. Так, слушаем. Сегодня я обедал с богиней. Штайнман, сказала она. Я здесь, чтобы освободить вас от тирании и пошлости. Я здесь, чтобы показать вам новую красоту. Я спросил. О чем ты, богиня? Симметрия, мой дорогой Штайн. Пора что-то сделать с симметрией. Ну что, никто не может убраться. Вымойте шар. Блин. Есть кто-нибудь? Ты здесь? Сестре, ты не нравишься. Добро пожаловать на распродажу. Да иди ты нахрен. У тебя цены дорогие. За мне даже очень. Так. Ну-ка, если тебя. Чё? Давай. Мне нравится скальпель. Скальпель. Да нифига не так. Так. Стой! Приближаться к маленьким сестричкам преступления. Не приближайся к маленьким сестричкам. Когда я снова его увижу, сомневаешься в моих словах? Есть. Вот так. Теперь я точно знаю, что копыта двинул на балконе. Так. Штука, штука, штука. Как-то надо успеть проскочить. А я вот это поменял, да, на огонь-то, блин. Ну как-то вот где? Так, ладно. Нажму на паузу пока. Попробую сгонять туда, назад вернуться. Итак, сходили, посмотрели, блин, а ну да, все правильно, сходили, посмотрели, ничего, нет, так, ой-ой-ой. Так, новый боевой тоник, статический разрядник Райан представляет последнюю боевую новинку. Генетические исследования статистики разряд превышает вас в живой трансформатор Теслы, бьющий по всему, что вам угрожает. Почувствуйте себя в безопасности благодаря статическому. Понятно. Так. Thank you.
что-то там еще было. Так. Деньги есть. Пулемет. Ну, пулемет, да, утерян. По порядочку пойдем. Да где ты? Не видел, вообще не видел. Подождите. Где? Да где ты? Ты мне хоть покажись, падла светящаяся, вот она ты. На. На. Тихо, тихо, тихо. Все? Чё ты меня оставляешь? Это так неинтересно, подождите, это у меня так просто долбите. Так. Вот так. Тикс. Взламываем. Сейф. Начать. Так. Ну это по-любому вот так. 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 Это так. Это вот так. Это вот так. Все. Успешный взлом сейфа открыт. Так. А, бронебойный на ливервилле. Ну что, у меня насытился. Какая прелесть. Это приятно осознавать. Так. Это слишком симметричное. А теперь... Тебе не угодишь. Что это? Богиня, незваный гость. Он уродлив. Уродлив, уродлив, уродлив. Во-во-во-во. Посмотри на тебя, идиот. Так, куда-то я попал. Давай-ка.
Посмотри в зеркало! Посмотри в зеркало! Смотрюсь. Тихо. Тихо, 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 тихо. Давай-ка. Спокойно. Так. Это мой пациент. Я сейчас дам тебе твой пациент. Посмотри. Да. Где ты, падла? Да. Почему? Подожди. Ты что, лечишься, что ли? Ты лечишься, что ли? Ну давай. Спокойно. Вот так. Вот так вот, падла. Ты в порядке? Давно пора было кому-нибудь разделаться с этим психом. Не забудь лечился. На ключ перед тем, как направиться к аварийному выходу. А я пока сам втихую доберусь до порта Нептун. Скоро мы будем там. О, падла, лечился. Столько патронов на него извел. Так, а что у меня там патроны? Это как ты забыл? Ты. А, один. Он у меня один. Тогда не стоит заморачиваться. Так. Раз. Два. Блин. Три. Где ты? Вот время на моей стороне, говорили. Где оно на моей стороне-то? Почему течет так же? На. Так, медицинские. Взял, все взял. Все взял. Так, это мне не надо. Вот он, падла, значит, какой хитрющий. Ходил и лечился. Ладно. Сейчас восполню тогда. Так. Больше один только бронебойный, что ли, патрон. Понятно. Так, вот он, вот здесь вот ее. Тут ему больше, тут ему меньше. Кромсал у людей, падла. Так. Одну минутку. Выходим. У нас тут где-то было. Вот оно. Пополняем. Не понимаю, я вроде все взял, да? Где ты ее там? Ну, все.
Где там последнее? Вот тут собрали с них дань. Что-то не понял, где? Уничтожительная камера охраны. Забрали все. Вот такой я молодец. Я не удивлен, если она живет. Нет. Осторожней. Ну, вперед. Приближаться к маленьким сестричкам преступления. Выходим. Не приближайтесь к маленьким сестричкам. Судя по звуку, обрушился еще один туннель. Добро пожаловать в Восток, самую быстро растущую помойку на свете. Ой-ой-ой-ой. Громила. Вот и малышка. Твой шанс получить немного атома. А, в смысле, я ее должен загасить? Только ты и я. И досыта вкуснейшего атома. Держись от нее подальше. Успокойтесь, доктор. Ему просто нужно немного атома. Я не позволю ему навредить моим малышкам. Все в порядке, парень. Это не ребенок. Уже нет. Доктор Тененбаум позаботилась об этом. Не причиняйте ей вреда. У вас что, нет сердца? Славная проповедь из уст упыря, который сам же этих тварей и сотворил. Взяли милых маленьких девочек и превратили их в это. Послушай меня, парень. Тебе не выжить без атома, который производят эти создания. Так. Ты что, готов променять свою жизнь и жизнь моей жены и ребенка на этих монстров, Тененбаум? Вот. Есть другой способ. Используйте это. Избавьте их от мучений. Я вас отблагодарю, так или иначе. Хорошо. Так. Открывай! Определитесь, собираетесь ли вы опустошать маленьких сестричек или спасать их. Когда вы их опустошаете, вы получаете максимум адама, который необходим вам для обмена на плазмиды. Однако сестричка в результате гибнет. Когда вы спасаете сестричку, вы получаете меньше адама. Но в этом случае Тененбург дает вам награду. О! Так, спасти. Нет! Спасти. Давай. Спасибо за помощь. Путь праведных не всегда прост, верно? Да. Но со временем награда появится. Прояви терпение. А, так она еще и не сейчас будет. Я готова к осну, мистер Бабус. Если тебе на пути попадется одна из машин сборщиков, не забудь взять себе еще плазмидов. Конечно, если цена не покажется слишком высокой. Так. Понятненько. Так. Ну. Где-то кто-то хрюкает. Ладно, мы пока сюда. 80 адамов. Так. Тут не взломать. Так, укрепленная. Так, 80 адамов. Ярость. Что-то ярость приводит объект в бешенство и вынуждает напасть на кого-то другого, кроме вас. Так, укрепленная броня. Ева канал. Так, увеличит максимум здоровья. Улучшение Евы. Увеличите свой максимум Евы.
Давай Еву, я не знаю, просто даже давай Еву качнем. Так. Хорошо. Мне вообще-то хотел... Даже не знаю, хотел этот взять. О, дополнительно, кстати, ух ты, тут много у меня всего еще. Чего можно качать? Аптечка, аптечка, аптечка. Будем так, будем сжигать врагов. Птичка. Да, вроде что-то напоминаю, что-то было такое. Нифига не так. Нифига не так. Подождите, подождите, не спешите. Так, мне надо перестрелять их. Что-то поменять могу даже. Противопехотные какие-то. Меняйте в саду. А, я не поменял. Что-то я не совсем понимаю, что у меня тут получилось. Вроде все то же самое. По порядку. Ну, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!